Правоохранители объявили в розыск бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Владимира Серова. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту предложения о посредничестве в передаче взятки. Несостоявшаяся взятка должна была решить вопрос о передаче права собственности на землю. Предполагаемая сумма – несколько миллионов рублей. По данным следствия, сейчас Владимир Серов скрывается. В СМИ сообщают, что бывший чиновник мог покинуть территорию государства по украинскому загранпаспорту, который он не сдал при получении российского гражданства.